Администрация Читы арендовала 26 квартир для жильцов дома в Антипихе, где произошел взрыв газа. Об этом сообщил замглавы Нгадинского района города Дмитрий Осипов во время осмотра поврежденного дома по Боровой 6, передает Запру. В результате взрыва пострадали 28 квартир. Жильцы 26 квартир размещены, жильцы двух от размещения отказываются. Администрации было арендовано жилье в разных районах города, преимущественно в поселке Антипиха, сказал Осипов. Замглавы не уточнил, в какую сумму администрация обошлась аренда жилья для пострадавших. Напомним, взрыв в доме в Антипихе произошел 9 марта. Пострадавший от взрыва газа дом номер 6 на Боровой в Чите планируется восстановить к концу ноября.